когда мы вам делаем поднял под основанием рынка сегодня совершенно человек обособление, не тяжко собой части 6 за 15 кадров. Всего положение пункта Б, части 58 кадров, наказание шеки следует назначать отбывать строительной колонии общего режима. Тут бы сейчас доказательство уже в соответствии с положением статьи 82 ПК РФ. На основании вложенного колонка 316 ПК РФ, суд приговорил, что по выдаче признательного совершения исполнения, то есть мы отмечаем третью специалию, часть 359 ПК РФ по эпизоду покушения на хищение имущества потерпевшей, часть 359 по эпизоду хищения имущества Николая, по части 330, часть 359 по эпизоду покушения на хищение имущества, иначе не наказали. По части 330, часть 359 по эпизоду покушения на хищение имущества в виде решения свободного срока 1 год, по части 359 УК РФ по эпизоду хищения имущества Николая и решения свободного срока 1 год 6 месяцев, по части 330, часть 359 УК РФ по эпизоду покушение на хищение имущества в виде решения свободного срока 6 месяцев. На основании части 369 УК РФ по совокупности преступления путем частично сложения назначенных наказаний по части шаги с неполученными наказаниями решения свободного срока 2 года с отбыванием наказания с проектной колонии общего режима. Меры обучения шаги без подписки не введи. И надлежащим проведением преступления приговора суда законной силы изменительного заключения по стражу из этого по стражу зале суда в совмещении ПК СИЗО 1 у всех России по Саратовской области. Срок отбывания наказания в шаге 61 сентября 2017 года. Освободить арест наложенный по постановлению Волжского районного города Саратова 2018 года и имущество. Мобильный телефон iPhone модели А1549 идентификационный номер ЕМА 354-44-606-2376-492, принадлежащий вещественным доказательствам, фактические диски, серийные содержащие